В порядке со спорткаром «Маруся». Николай Фоменко привез в российское государство на проекте «Маруся» 82 миллиона евро, дал 800 рабочих мест, придумал, построил, сделал, создал. И хочу вам сказать, и мы будем гордиться этим, поверьте мне, проект не умер никуда. Он существует, и, к несчастью, конечно же, мы не увидим его на нашей территории, потому что выяснилось, что ему тут не место. Но он будет, и бренд останется, и гордое имя «Маруся», поверьте, будет. Еще мы будем гордиться этим, и это вот-вот уже скоро.